Грандиозные уборки проходят сегодня везде, где накопилась прошлогодняя листва и мусор. В первую очередь, конечно, убирают самые знаковые места города, такие как, к примеру, сквер на площади Свободы. Всего барнаульцы привели в порядок около 400 тысяч квадратных метров скверов, парков, газонов во всех районах города. Как всегда, основной упор на ручной труд. Именно так, признаются участники, можно очистить газоны и заросли наиболее эффективно. А работать приходится много и упорно. Самые людные места порой оказываются самыми замусоренными. Пластиковые бутылки в основном, бутылки из-под пива, окурки. Но то, что не гниет, это основная проблема. Вообще пластиковых бутылок 90%. Кстати, сегодняшней уборкой дело не ограничится. Завтра, в нерабочий день, многие барнаульцы намерены прийти в один из городских парков, который уже неофициально окрестили народным. Один из самых массовых отдельно взятых городских субботников пройдет завтра здесь, в парке Октябрьского района, известном также как Изумрудно. О намерении посубботничать в парке через соцсети заявило уже больше 100 человек. Организаторы надеются, что если позволит погода, они уберут не только мусор, оставленный людьми, но и высокий бурьян, которым заросла значительная часть парка. Илья Кочетков, Александр Антропов, наши новости.